Лёда-лазер! 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 Для Грю быть суперзлодеем не так-то легко. Мы украли статую свободы! Ты что поменьше, из Лас-Вегаса? Ему приходится управлять... Прошу внимания! ...целой армией миньонов. Дейв. Придумывать, как перехитрить... Что? ...безжалостного заклятого врага. Уменьшающий луч! Ох, как же я его ненавижу! А теперь вдобавок он получит... Здрасте! ...три маленькие проблемы. Вам запрещается плакать, чихать, икать и пукать. Никаких раздражающих звуков. А такой тоже считается? От студии Universal Pictures. Мы готовимся совершить истинное преступление века! Мы украдем Луну! И Криса Меледандри, исполнительного продюсера фильмов «Ледниковый период» и «Хортон». Я уменьшаю Луну. Я хватаю Луну. Я усаживаюсь на унитаз. Что? И смешной. Вон! Я разберусь с Грю. И он будет молить о пощаде. Надо его предупредить как можно быстрее. В июле. Он гадкий. Но это не значит, что он плохой. Три крошки-котенка вдруг стали зевать. А ты дай им молочка. Вау, ну и фигня. Вам это что, правда нравится? Гадкий я. В сумасшедшем 3D. Он такой пушистый, сейчас умру. Вам нужно всего лишь сбить самолет. Вы проиграли. О, кто-то тут надулся. Ну ладно, моя очередь. Завали! Какой пушистый! Гадкий я.